Армия Республики Беларусь хоть и оснащена хорошо, но крайне компактна. Это 70 тысяч военнослужащих, из которых в лучшем случае лишь половина может быть задействована на передовой. И только в том случае, если страна решится вписаться в войну напрямую. Теоретически, мобилизация резервистов может добавить еще 500 тысяч штыков. Однако обеспечить всем необходимым такое количество солдат Минск вряд ли будет в состоянии. К тому же личный состав не имеет абсолютно никакого боевого опыта, а это значит, что поначалу эффективность белорусского контингента будет не слишком высокой.